Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Мы находимся в Акжарском районе, село Талшык. И знаете, в Талшыке есть один минус, это аким нашего района. Ведь он конкретно ничего не делает для нашего района. Он может только обгораживать свой акимат. Чисто жесть. Вокруг себя. Посмотрите, как находится детская площадка в плачевном состоянии. В плачевном состоянии. Не пора ли нам обновить детскую площадку? Знаете, и у нас еще есть один огромный минус, это наши дороги, плачевные дороги. Кокшетау, Тишкиниколь, Талшык, Талшык, Кокшетау. И также взять, рядом находится президентский парк, да. Он работал тогда, когда я еще научился в школе при открытии. И все на этом. Там чисто мертвая тишина. Не пора ли нам в Акжарском районе собраться всем народом этого района и собрать петицию против нашего акима? Почему же у нас в Талшыке не выделит автобус для наших учащихся детей? К примеру, взять там, прорыли яму, да, для теплотрассы. Ну, извините, у нас в Казахауле дети ходят в школу через железнодорожные пути. Почему же нету прохода? Нету удобства, чтобы ученики проходили. И также, что можно добавить? Дети – это будущее нашего Казахстана. Так, давайте сделаем детскую площадку для наших детей. Олжастаем, всегда на связи, как-то так, но никак иначе. Стоп.